Добрый день, дорогие представители российского гражданского общества. Ну, если вы, конечно, еще остались. Потому что Путин себя ведет так, как будто гражданского общества нет вовсе. Вы смотрели это послание? Заметили, как вас пытались обмануть? Причем дважды. Или вот только вы смутно почувствовали, что что-то не то и что-то не до конца понимаете, где этот самый обман? Мол, да, Путин собирался править вечно, но это уже не новость, это все ждали. Ну да, нас, конечно, с этим изнасиловали, но ведь не обманули же. Хорошо, поясню. В путинском послании, кстати, очень точное название, уж послали, так послали, есть две части. Первая часть – это то, как мы вас обманем по социалке. А вторая – как мы обманем в отношении будущего. Вот начнем с социалки. Там много подарочков было, да? Как посчитал Кудрин, все пряники, которыми вас обещали наделить к выборам 2021-2024 года, обойдутся бюджету в 400 миллиардов рублей. Оценка тех мер, которые сегодня озвучена, примерно от 400 до 500 миллиардов рублей. Вроде бы огромная цифра. 400 миллиардов. А на деле издевательство. Я не знаю, вот то ли плакать, то ли смеяться. 400 миллиардов рублей – это приблизительно 1% от консолидированного бюджета. Или чуть больше 2% от экспорта нефти и газа. Не 2% от всей выручки за нефть и газ, а только от экспортной части. Да уж, расщедрились, раскошелились. На что же даст столько денег от своих щедрот наш национальный лидер? На горячее питание в школе. Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс. Серьезно? Отец нации даст денег на обеды в школе? Ну, чтобы вы хорошо учились. Ой, не учились, простите. Голосовали. А ничего, что это не его деньги? Ничего, что за полтора года до этого он вытащил у вас из кармана 3,5 триллиона пенсионных накоплений, а теперь в качестве подачки возвращает вам 10% от украденных пенсий. И то в обмен на правильное голосование. Да и вообще, наш отец нации не отец, а паразит какой-то. Нормальный отец зарабатывает и деньги в семью приносит, а этот прочно и с комфортом сидит на вашей шее. Работаете-то ведь вы, горбатитесь, пашете, а он сидит, свесив ноги. И только заработанные вами деньги распределяет. Распределяет, что важно, не забывая про себя и своих дружков. Этому дворец, этому яхту, этому самолет, себе тоже. Вот вы работаете всю жизнь, чтобы содержать себя, семью, родителей в старости, а он запускает руку в вашу копилку и тащит себе. А вам протягивает маленькую часть. У вас же украденных денег, как пряник, кушайте. И голосуйте за папочкиных дружков, за папочкины обещания. А что же этот непутевый отец обещает? И вот здесь нас ждет второй обман. На словах классно. Отец обещает защиту, правила, закон. Ну и под предлогом обеспечения всего этого продолжение правления своей окопавшейся в Кремле шайки. Ну, вы вроде бы к ним уже претерпелись, так что если порядок обещают, то можно и еще потерпеть. Только вот порядка никакого не будет. Не будет ни закона, ни правил, ни защиты. Будет еще большее беззаконие. Мы, например, так и не присоединились к Международной конвенции по борьбе с коррупцией. А теперь, на радость всем коррупционерам и прочему варью, это будет даже бессмысленно требовать. Ведь сказано вам официально. Международные соглашения мы будем применять по решению назначаемого и снимаемого кремлевской шайкой чиновника. Уж он-то где отстоит? Наши, а на самом деле путинские суверенные интересы. Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции. И да, к слову, вы, может, надеялись защитить свои права в ЕСПЧ? Вот фиг вам теперь. Кремль теперь сам решит, проиграли вы или выиграли.
Ой, ну, конечно, проиграли. А еще можете попрощаться с местным самоуправлением. А то начали здесь избирать, кого ни попадя, независимых кандидатов каких-то, вам дай волю, вы еще захотите и деньгами сами распоряжаться, а потом и правила своей жизни сами устанавливать. Ну уж нет. Сказано вам, страна у нас одинаковая, правила везде одинаковые, и в Чечне, и в Москве, и в Якутии, и в Краснодаре. Местное самоуправление загоним под вертикаль, и из Кремля будем всем рулить. Вместе с тем, вы знаете, каким проблемам в образовании, здравоохранении, да и в других сферах приводит разрыв, я уже много раз об этом говорил, между государственным и муниципальным уровнем власти. И такая разделенность, запутанность полномочий прежде всего отрицательно сказывается на людях. Предусмотренные законодательством общие для всех граждан права, возможности и гарантии в разных регионах и муниципалитетах обеспечиваются по-разному. Это несправедливо по отношению к человеку и несет прямую угрозу нашему обществу и целостности страны. Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти. Ежу понятно, что это очевидная чушь. Мы же все понимаем, что всех под одну гребенку ты не причешешь. А что будет, если мы отказываемся от минимального самоуправления или даже от попыток приблизиться к нему? Да будет обычный беспредел удельных феодальных князьков, как в общем оно и было. А судей посмотрите, как к ногтю прижали. Мало им было контроля. Их ведь и так из Кремля назначают. Теперь официально хотят снимать всех судей, не оправдавших доверие. Вы поверите, что это про ваше доверие разговор, а не про их доверие? Кстати, любопытно, как судьи сами это проглотят? Ведь их же из представителей самой почетной и уважаемой профессии окончательно превращают даже не в секретарей, а в секретарш. Подай, принеси кофе, налей. И улыбайся. Доверие-то надо оправдывать. Ну ничего, за 300 тысяч в месяц и за пенсию потерпят. С правосудием, правда, того. При этом считаю необходимым предусмотреть в Конституции полномочия Совета Федерации по представлению президента России отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом, свидетельствующих о невозможности сохранения лицом статуса судьи. В общем, не будет вам ни денег, ни прав. Одно вранье. К слову, рассказ про оружие, которое у нас самое мощное и все нас догоняют, сами понимаете, тоже вранье. Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем. А наоборот, другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия. Поищите, например, российскую микроэлектронику, основу современных вооружений. Ну и повеселитесь. Хотя это сквозь слезы смех. Можете еще российские движки посмотреть. Тоже слезы, сами знаете. Путина на колени все помним. Да и армату, застрявшую в мавзолее. Единственный самолет псевдо-пятого поколения, и тот рухнул. Даже мультики про оружие. Кто помнит прошлое послание, видели эти мультики. И то, даже мультики устарелое дерьмо. Что же нам делать со всем этим жульем? Власть пытается продемонстрировать уверенность. Но и это вранье. Они боятся. Путин боится, иначе не отсекал бы от выборов всех реальных конкурентов, потенциальных конкурентов, совсем не конкурентов. Иначе не требовал бы от своей шоблы сдать парашюты в форме паспортов и видов на жительство. И иностранных, и даже российских зарубежных, чтобы не разбежались. Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны. А именно, главы субъектов федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство,
вид на жительство, либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства. А что это значит для нас? Нельзя соглашаться на настолько обгрызенные социальные подачки. На носу выборы. И вы, господа в Кремле, возвращайте все награбленное. Врачи, работники оборонных предприятий, все бюджетники, пенсионеры, сейчас ваше время. Хотите жить лучше? Эта весна должна стать горячей. Но мы постараемся помочь вам защитить ваши права. И вместе мы победим. Нельзя дать разрушить конституционные основы самоуправления и защиты прав человека. Нельзя позволить ввести феодализм в нашу конституцию. Не может Россия становиться Туркменией. Власть должна понять, такие изменения конституции не пройдут гладко. Хоть всех бандитов и спортсменов загони в конституционную комиссию. Эта наспех сколоченная рабочая группа – это вообще плевок в лицо. Плевок в лицо юристов, плевок в лицо специалистов по конституции, да и просто нормальных людей. Новую конституцию страны будет готовить группка полуграмотных прихвостней власти. Плюс писатель, плюс пианист, плюс театральные кинорежиссеры, плюс прыгунья в высоту шестом, плюс атаман казачьего общества, плюс генерал. Ну вот если это не демонстративное издевательство, то я не знаю, что это. Конституция – это лицо страны. Это основной закон государства. Это общественный договор, за который заплачено кровью. И пока еще окончательно не уничтоженная Российская Конституция определяет единственный порядок таких масштабных изменений в основной закон. Это созыв Конституционного собрания. Это единственно возможный на сегодняшний день лозунг. Мы требуем созыва Конституционного собрания. Именно этот лозунг должен стать главным требованием всего гражданского общества. На самом деле это требование прекратить произвол. Это требование уважения к основному документу независимой России. Но если власть откажется прислушаться к обществу, если продолжит протаскивать под ковром полностью меняющие смысл Конституции поправки, то мы должны взять инициативу в свои руки, с согласия власти или без такового. Но Конституционное собрание должно быть созвано. Только так когда-нибудь Россия будет по-настоящему свободной.